Всем привет, меня зовут Арсений, и сегодня мы играем в CSGO. Я хочу сыграть в режиме бой насмерть, все против всех. Как получить FPS в CSGO? Первым делом мы нажимаем по правой кнопкой мыши по панели задач. Дальше выбираем здесь диспетчер задач. Вот, дальше выбираем здесь подробности. Ищем CSGO, нажимаем правой кнопкой мыши. Задать приоритет высокий. И заменить приоритет. Все, у нас добавилось 10 FPS. Так, блин, что происходит? Почему? Такое чувство, что у меня пинг 100. Видел там. Здесь, вот. Да, блин. Ася. Ой-ой-ой. Надо, короче, вниз смотреть вот так, чтобы голова была ниже. За Спарту! Вот это я круто, конечно, с АВП стреляю. Да. Вот как? Он был такой легкий. С ножа зато. Если что, не судите строго. Просто я в последний раз играл в CSGO 30 августа. Ой, боже мой. Давай. Бля. 60 хп нанес. Ой. Всем пока.